Ну что, ребят, время, наверное, подводить такие итоги по поводу нашего ресторана и нашей игрули. Так, расширила наше рабочее место. Тоже расширим ваш заказ, да. Расширил наш ресторан. Это, я так понимаю, максимально то, что я могу сделать. Добавил такие скутер. Бля, какая штука прикольная. Их там 3 штучки. Но к этому мы еще время задам. Расширил зал. Теперь в наш зал помещается 20 человек. И заказы, крыто за заказом, нет свободного времени на кухне. Так, поменял немножечко обстановочку. Поменял, получается, стены и полы. Хотя, наверное, я деревянные полы на кухне никогда в своем ресторане и не сделал. Ну, допустим, что это чисто такой визуальный эффект. А так они сами из кафеля. Так, сейчас давайте заберем продукты. Заберем продукты. Я немножечко подкопил денежек. И попробуем сейчас расширить нашу кухню. Закупиться. И посмотреть, что мы с вами можем, что мы с вами не можем. И что мне понравилось в этой рульке, что нет. Так, давайте смотреть. Заходим на кухню. Планировка. Вот, мы с вами теперь можем выбрать размер карты. Это как его, кухня номер 3, да? Все, выбрали. Рабочие поверхности, полы, да, наверное, полы пусть будут такими. Кухонная посуда, мы еще разберемся. Это у нас мраморная столешня, да, и стенки. Давайте из кирпича пусть будет, не знаю, мне прикольно из кирпича. Выбор, выход. Все, давайте наблюдать. Ага, это у нас максимально здоровая кухня у нас. Куда мы разместим все наше оборудование? Наверное, мы холодильники с вами поставим вот сюда. Идемте посмотрим, что у нас осталось закупить. Закупим сейчас по максимуму. Облагородим нашу кухню. Попробуем что-нибудь приготовить. А в конце уже я, как говорится, выскажу свое мнение. Так, давайте смотреть, чего у нас есть, чего у нас нету. Самый низ давайте листать. Это у нас... Угу. Это не то, это стойки. Да, мне эта стойка прикольнула. Этот цвет посуды. Да, кстати, у нас 9000 с вами. Немножечко мы с вами пофармили. Так, рабочая поверхность. В крапинку, в матовый верх. Так, ну что. Давайте закупать. Давайте начнем с печки на дровах. Давайте закупим по максимуму. 3 штучки. О, отлично. Думаю, 9 косарей нам должно хватить. Так. Так, это тоже все шикарно. Не уверен, что у нас будет добавляться какие-то. Какие-то еще эти вот такие вот штуки оборудования. Так что закупаем. Так, слайсер. Ну, слайсер прикольная штука. Я бы себе даже домой бы, наверное, купил бы. Для некоторых вещей. Так, холодильник. Холодильник тоже. О, забрали. Подогрев. Так, что это у нас? Это у нас фритюрница. Кулинарная книга. Ну, у нас вроде... Вроде есть она, но не знаю, зачем нам еще. Деревянная колода для рубки. Так, давай сюда, забираем. Все, и осталось совсем чуть-чуть, у нас еще остается 5 косарей с вами. Мы их куда-то сможем потратить. Так, ладно, давайте менюшку тоже закупим. Все, здесь мы все закупили, столешницы тоже закупить, закупить, посмотрим. Может, каким-то цветом новым и облагородим нашу поверхность. Так, есть, хорошо. Хорошо, все, посуда мне не нужна, стены не нужны, полы тоже не нужны, хотя плиточный пол, бетонный пол, черный плиточный пол. Ладно, давайте тут купим, посмотрим, мало ли, может будет красиво смотреться. Так, все, здесь все мы закупили, да? Да. Обеденный зал, в обеденный зал-то я тоже, в принципе, все закупил, чего хотел. Здесь больше ничего нету такого интересного. Меня все, в принципе, устраивает. Отделка. Тоже нет персонажей. Не знаю, я покупал, конечно,
не помню, что купил. Вот купил. А как поменять пинджак? Я не знаю. Сервировка блюд. Ну, вот это я бы, наверное, вообще бы закупил бы себе. Да? Давайте закупим все, что мы можем. Это нам пригодится. Посуда всегда нам пригодится. Так, хорошо, хорошо. Блин, жалко, что нельзя все скопом одним купить. Единственное, что меня напрягает в этой игре, наверное, даже не единственное, а одно из, это то, что нельзя некоторые вещи, к примеру, менять. Ну, то есть, если я хочу, чтобы у меня на сегодня на кухне работало не три человека. Привет, привет, зайка. Чтобы мне работало, к примеру, два человека. Я не могу это сделать. Мне в любом случае нужно выбирать их троих. Я не могу, к примеру, выбрать на сегодня только меню там из трех блюд. Мне нужно по-любому 5 делать. Так, я так понимаю, мы с вами всю посуду закупим, да? Не знаю, конечно, зачем. Но походу все закупим. Hello. Да, у нас появился третий помощник. Третий помощник у нас специализируется на овощах. То есть, если его тоже прокачать на все 100%, то он сможет спокойно выдавать готовую продукцию вместо нас. Ну, то есть, мы не будем стоять ждать, пока кто-то там что-то приготовит, и мы берем, к примеру, и делаем сервировку. А наши повара этим займутся сами. Так, все, еще чуть-чуть, 62. И давайте вот эту тарелочку. Ну, в принципе, все. Так, давайте смотреть, что у нас. Гигиена у нас отлично, ответственность отлично. Цена в меню средняя, постоянные клиенты у нас сколько? Сколько постоянных? 15, да? Угу. Так, это профиль, сейчас, секунду. Это наш профиль. Здесь редактируется только имя, больше не могу. Так, вот команда у нас прокачана почти до 15 уровня. На 15 уровне они смогут выдавать сами продукты. Только единственное, в чем проблемка, чтобы прокачать до 15 уровня, мне нужно вот... Есть здесь резанный бекон панчетта. А я этот резанный бекон панчетта найти не могу, потому что либо он находится... Да-да, он либо находится в каких-то блюдах, которые я еще не прокачал. Ну, то есть, единственный бекон, который у меня находится, это где-то у меня где-то есть говядина. Вот, вот говядина, вот бекон один. Но это обычный бекон. Может, когда я прокачаю на 5-6 уровень, это все может тогда появиться. Но мне реально падло это делать. Так, ладно, давайте смотреть, что у нас тут. Полы. Бумс, бумс, бумс. Угу. Не знаю. Давайте попробуем. Давайте попробуем посмотреть. Не, сильно белая. Сильно белая, сильно... Сильно в глаза. Во, давайте темные пусть будут. Хотя пусть такое. Во, вся. Я решил, так, кухонные нет. Поверхность, понятно. Стены тоже пусть такие будут. Единственное, что рабочая поверхность... Фиолетовая, зеленая. Во. Во, да? Оно? По-моему, оно. Так, да, и давайте поменяем на фиолетовый, да, вот такой. Да, отлично. Отлично. Так. Угу. Не. Явно нет. Ну, в принципе, и все. Мы прокачались. Прокачались, как говорится, по максимуму. Давайте теперь смотреть, куда мы будем расставлять все наши и ваши, и наши. Так, духовка. Что мы с вами сделаем? Здесь мы, наверное, устроим с вами одни плиты будут. Так, где наша плита? Да. Отлично. Хорошо. Нет, не то. Плита, я сказал. О, шикарная плита. Плита. Здесь мы плиту тоже с вами забираем. Ставим вот так пока, мисс.
Делаем плиты вот сюда. Все, шикарно. Теперь давайте смотреть по поводу... Что у нас с вами еще есть тут? Вот, раз. Прошу прощения, шеф, но мой электрический велосипед сломался. Сейчас везде принимают карточки, но с меня в ремонте требуют наличные. Поэтому мне нужен аванс, шеф. Надеюсь на вашу помощь. Мне хотелось поскорее разобраться с этим делом. Ну да, да, конечно. Без проблем. Спасибо, шеф. Я сейчас же рассчитаюсь с ними. Вам верну долг при первой же возможности. Да, без проблем. Мы тут оборудование закупили на миллионы. Что нам те $150, правильно? Так, все, отлично. Давайте, наверное, сюда что еще поставим? Гриль раз. Гриль два. Во. И. Наверное, гриль три, да? Да, пусть еще гриль тут стоит. Так, по поводу ламп, которая будет нагревать нашу еду. Сюда, отлично. Сюда тебя тоже. О, вроде шикарно, да? Что по поводу холодильника? Тут мне холодильник нравится, то, что он стоит. Давайте, наверное, сделаем так. Угу, специи мы с вами тоже перенесем. Специи в другое место. Наверное, специи мы поставим вот здесь, возле гриля. Где мои специи? Так, я их потерял. Я тебя потерял. Где ты? А где специи наши? Алло. А, вот они. Раз. Хорошо, все. Здесь у нас... Ага, давайте туда смотреть. Деревянная колода для рубки. Да, выйти два. Блин, раковина. Здесь раковина, наверное, лишняя будет, да? И деревянная колода. Вот три. Все, здесь отлично. Сюда мы, наверное, с вами поставим... разделочную. Да, хорошо. Тут у нас стол для смешивания, наверное, нет. Давайте, наверное, сюда мы поставим раковины. Перенесем их сюда для мытья рук и посуды, чтобы не было видно зала это все. И вот три. Хорошо, нам нужно три мойки. Да, нужно три мойки. Здесь у нас можно рыба, мясо, курица. Здесь мы измельчаем. Давайте, наверное, сделаем даже сделаем вот так. Здесь мы поставим один холодильник. Потом мы сюда ставим с вами холодильничек. И вот сюда холодильничек. Все, будет ближе к мойке. Здесь у нас будет... Что у нас здесь будет? Разделочная доска. Хотя возле раковины. Ну, ладно. Так, стол для разделки, стол для разделки. Два и три. Что у нас по времени? У нас еще есть немножко времени с вами посмотреть, как это все сделать. Так, здесь блендер измельчительный. Ага. Что у нас тут? Слайсер. Так, слайсер, мясорубку мы с вами забираем. Давай сделаем так. Меню тоже мне не надо, у меня одна штучка есть вон там. Давай сюда, блендер у нас есть, где наш слайсер? Слайсер. Вот где? И что там еще туда забрали? Измельчитель, да? И что мы забрали? Так, стол для смешивания. Есть ли у нас стол для смешивания? Да, вот. Изменить стол для смешивания. Блин, а что мы туда забрали, вы не помните? Я тоже не помню. Так, давайте, ладно. Сюда духовку, сюда парик возле духовки.
Сюда можно, наверное, даже еще потом духовку поставить. Но что-то мы с вами упустили. Так, давайте смотреть. Блендер. Блендер с вами вот есть. Слайсер есть. Так, 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 так. Две мясорубка. Ага, мясорубка, да? Ну, мясорубку с вами не поставили. Да, все. Теперь у нас вроде все по два. Если я не ошибаюсь, все по два осталось. Да, хорошо. Не знаю, этого рабочего места, думаю, нам за по глаза. Что мы сюда изменить? Нет, давайте, наверное, сюда поставим печку для пиццы. Еще одну. Во, здесь мы будем нарезать. А здесь мы сюда... Чтоб сюда такого поставить бы. Маш, обычную полочку. Вот такую поверхность, да? Ну, то есть мы куда-то будем ложить. Все. В принципе, хорошо. В принципе, шикарно. Я бы еще туда куда-то в бок бы что-то засунул бы. Но, к сожалению, нельзя. Тут нельзя ничего поставить. Так, ну здесь вы работаете. Что мы можем лепить сюда еще? Печку. И еще одну печку, да? Во. Теперь у нас с вами три парика, и это уже смахивает на нормальную кухню. Хотя смысла вот этой вот обстановки и остановки, крыльца и обстановки нету никакого. Вы поймете почему через буквально пару минуток. Так, ваше рабочее место изменить нельзя, тут нельзя, здесь у меня еще свободное. Ну, мы сюда поставим печку. Печку. Дровяную. Не, давайте, наверное, уберем. И сюда поставим печечку в упор. Так. Дай сюда. Во, шикарно. Здесь парик не будет мешать. Здесь, думаю, не будет мешать. Здесь мы будем с вами делать пиццу. Пиццу будем делать. Ну и все. А это все уже лишнее. Так, для приправ, для работы с тестом. Ну да, все по два, а мы по три покупали. Кулинарная книга. Но она здесь не нужна. Здесь, конечно, можно было поставить бы, к примеру, маленький холодильничек и работать с пиццей, но пусть будет уже так, как есть. Все, в принципе, мы с вами справились. Обставили нашу кухню. Теперь можно заполнять наши холодильники. Они, конечно, далековастенько находятся от выдачи. Можно было бы сюда, но я не хочу перекрывать, получается, вид в зал, чтобы нам что-то мешало. Да, давай, наверное, хотя ладно. Сейчас я вам покажу, что меня напрягает. Меня напрягает то, что, к примеру, здесь я не могу удалить просто. Взять и то, что мне не нравится. И, к примеру, я хочу сегодня подавать только одну говядину. Ну, либо две пиццы. Вы поняли, да, чем я? Я этого сделать не могу. Мне нужно по-любому делать вот эти пять позиций. Так что, как-то так. Ладно, идемте немножко ускорим время. Бонжур. Немножко ускорим время. Проведем смену. Смену проведем. Я покажу, что вам, в принципе, и не нужна такая огромная большая кухня. Так, давай, ты у нас идешь на посуду. Ты у нас идешь на кухню, и ты у нас будешь на кухне. Все. Пропустить и начинаем. Так, давай, наверное, ты сразу мне, Адель, приготовишь. Yes, раз, yes. Два и три. Все, шикарно. А ты у нас, давай, готовь. Раз, два, три, четыре. Шеф. Все, в принципе, они начинают заниматься, как говорится, своими делами. Блин, единственное, наверное, здесь духовки лишние. И бы куда-то в другую сторону убрать бы. Так, а давайте... Ага, я уже не сделаю. У меня уже все закрыто. У нас уже посетители.
Я хотел сюда мойку одну поставить, чтобы могли ручки мыть наши. Наши помощнички. Ну все, в принципе, я добился того, чего хотел, почти. Вот если нажать, посмотреть на них, вот не хватает 15-го, с 15 по 20 уровень, то, чтобы они могли сами, к примеру, готовить и сами выдавать. Сейчас они доходят до того момента, что мне самому приходится сервировать вот здесь и выдавать. Вот, двое у нас готовит, он также само у нас прокачивается, как и все наши помощнички, и один по-любому какой-то у нас идет на кухне. Ну, то есть на мойку идет. И нельзя сделать так, чтобы, к примеру, они троем у меня там помогали. Потому что я не могу нанять себе посудомойку, так скажем. Так, что у нас тут? Взять. Взять. Так, поставить. Забрать. Поставить. Хотя нам, по-моему, две порции, да, надо. Так, а что не хватает? А, ну да, нам же еще что-то не хватает. Я, по-моему, улучшал же тебя. Да, я тебя улучшал. Ладно, давай посмотрим, кто у нас свободный. Ты у нас свободный, да, будешь? Чего тут не хватает? Не хватает у нас глазированного лука. No problem, chef. Мне нравится, как они так мне отвечают. Так, а где наши гости? Вот наши гости сидят, ждут. Как я еще раз говорил, на обычной кухне, понятно, что я уже, наверное, выдавал бы заказ бы. У меня было все бы готово, но здесь так не получается. Так, давай косим, нет, назад, давай косим, помой мне посудку. Бум, все, исчезло, отлично. Давайте мы тоже заберем, выходим, нажимаем на косима. Вуаля, посуда исчезла. Касим начинает ее мыть. Выставляем сюда. Выставляем сюда. Что ты, Касим, нормально? Эх, скажите, можно смотреть вечно на три вещи, да? И одна из них не вода, как говорится. Ну ладно. Что у нас тут готово? Нет, еще не готово. Мне нужна луковица. Ее жаришь, да? О, шикарно. Давай сюда. Давай сюда. Окей. Забрать. Да. Скоро, как говорится, добавим еще. Тебя работой загрузим. Погоди. Пока новых заказов нету. Так, один выдали. Вуаля. И давай второй выдадим. Ага, не то. Косим. Посудку. Так, забрать. Отлично. Здесь мы тоже забираем. Не знаю, наверное, я в эту игру... В эту игру нужно играть не для записи, так как я это делаю, все... Быстро и постоянно, и чисто не получая мне удовольствия, а кайфовать. Что бы я вам посоветовал? Вам изначально дается, по-моему, 3 или 4 блюда. Не прокачивайте, так как я вот сделал, тут прокачал себе, к примеру... Да-да-да, вот вам дается, к примеру, 5 блюд, да? Вы делаете себе одно 6-е запасное, чтобы вы могли, к примеру, улучшать. Ну, то есть сегодня вы улучшили там... Карпаччо поменялись местами, потому что если вы с того меню, которое у вас висит там на стеночке, не уберете, не поставите какое-то другое, улучшить вы его не сможете. Ну, то есть сделали себе изначально 6 блюд и прокачивайте их по максимуму. Это делается очень быстро и, в принципе, не составит никакого труда. Вот это, наверное, чтобы я единственное делал бы. Так, что у нас там? Что у нас готово? Да, готово. Что еще бы я, наверное, делал бы по-другому, если просто поиграл бы не на запись? Я даже не знаю. Даже не знаю. Я просто сам непосредственно отношение имею к кухне. Я реально кайфанул с игры. Да, тут есть много недостатков. Таких как, к примеру... Вот я не хочу, чтобы они вдвоем просто стояли, да?
Где тут кнопочка, чтобы я мог, к примеру, тут нажать бы, и чтобы они сами занимались, чтобы не я командовал бы. А я бы там бы занимался, не знаю, там, если кулинарными делами. Вот я сейчас, если тут нажимать, я не могу, к примеру, там улучшать и делать другие блюда, которые я хочу. Я должен следить за ними. А зачем мне за ними следить, к примеру, если они уже сами тут готовят? Да, понятно, не на 5 с плюсом, конечно. Как говорится, не на А с плюсом. Вот некоторые А с плюсом на Ашку, да, есть. Но умнички, молодцы, я же рядышком. Так что, как-то так. Так что, играйте в эту игрушку не спеша. Не залипайте постоянно, потому что может поднадоесть. И да, разработчики, дайте мне возможность делать вот там на стене в меню одну либо две позиции. Ну, то есть я хочу себе, к примеру, чтобы у меня была в меню только одна пицца, чтобы у меня люди заказывали только чисто одну пиццу. Я не хочу заказывать... Да я сам ничего не делаю. Я не хочу заказывать, к примеру, закупку на 20 окороков, там 700 баранины и 4 килограмма морковки. Вот у меня все, что у меня сейчас есть. Да, так что дайте возможность это делать и дайте мне возможность улучшать наших поваров не в поиске вот этой вот, как его, бекона какого-то, а как-то по-другому. Ну, либо сделать отдельный сайт с подсказками, что, к примеру, там бекон находится на 6-м уровне блюда, не знаю, там митболы в соусе, и когда вы прокачаете до 6-го уровня, вы сможете там открыть, к примеру, там то-то, то-то. Так что, как-то так. Так, ладно, ребят, наверное, в принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. Да, и жалко, что я не могу выйти отсюда. Я сейчас бы хотел, к примеру, нагрузить наших поваров, самому выйти в ресторан и пообщаться с гостями. Типа, что нравится, что не нравится, как вам наша кухня, желание работать. Ну, знаешь, есть такая поговорка, если хочешь поработать, ляж поспи, и все пройдет, да, губастенькая? Так, ладно, давай, ты, короче, за старшего, мы с губастенькой пошли пить кофе. Касим пусть дальше стоит, посуду моет. Я все вижу. А вам всем мур-мур, пока-пока и до потом. Игрушка прикольная, не знаю, 4, наверное, балла из 5 я бы поставил бы. Потому что если поставлю 5 из 5, то, в принципе, не будет куда расти, правильно? А так должно быть куда расти. Так что все, ребят. Попробуйте скачать игру, поиграйте, насладитесь, получите кайфулю, как и я. Главное, не спешите в нее, не так как я двое суток, к примеру, потратил на то, чтобы наковырять себе 8К, чтобы открыть себе 25 уровень, ну и так далее. То есть постепенно, не спеша, не расширяйте себе зал. Хотя зал можете расширить. В принципе, в этом нет ничего такого страшного. У вас просто будет больше заказов. Вот это у нас третий идет заказ, а в основном у нас сейчас 6 будет. Ну, то есть, чем больше заказов, понятно, тем больше денег, тем быстрее вы заработаетесь, откроетесь и расширите себе свое помещение. Да, дайте возможность разработчике мне покупать посуду. Потому что у меня по 5 штучек всего. И даже если я, к примеру, сюда сейчас бы поставил бы еще по одну посуду такую же самую, у меня бы всего их было 5. Я хочу себе там 25, к примеру. Да, так что, как-то так, не знаю. Ролик, наверное, вышел ни о чем. Было интересно, не было интересно. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и свое мнение по поводу игры. Ну, мое мнение, твердая четверочка. Так что все, всем пока-пока. Мы дальше готовить и, наверное... Займусь следующими... Да-да-да, следующими проектами с этой игрой, в принципе, все. Здесь я показал и рассказал все, что мог. Дальше уже... Ну, одна рутина останется. Уже неинтересно, как по мне будет. Потому что каждый день будет одно и то же. Ну, сегодня я там приготовил... Не знаю, там, карпаччо. Завтра ролик записал, как я сделал пиццу, выдал. Послезавтра еще что-нибудь такого плана, но не знаю, зачем. Не вижу смысла. Лучше отправляться к следующим проектам. Так что все. Давай, рыжий, говорим всем пока-пока. Ну, говори. Не? Ладно, потом с тобой поговорим. Все. Всем пока-пока. Да потом. И услышимся. Все. Мур-мур.